Здарова, ребята, с вами Любопыт, и мы продолжаем играть в игру Krampus is Home. Мы находимся где-то внизу его логова, ближе к области 200, из которой, как говорили в записке, когда мы еще только сюда попали, есть выход. Не, в этой, именно в этой... Так, я думаю, на столе есть записка, наверное, я должен прочитать ее. Так, ну давайте прочтем. Того монстра с рогами, я думаю, зовут Крампус. Мои родители рассказывали мне о нем. Он есть тот самый, кто притащил меня и моего друга сюда. Я смог убежать от него и заблокировать его путь ржавыми дверями. По какой-то причине ему требуется некоторое время, чтобы открыть двери. Если он подойдет слишком близко, вы можете увернуться от него. Но лучший способ избежать его — это не быть замеченным им. Они съели моего друга, я знаю, что они это сделали. Я совершил несколько плохих поступков, но они не имеют никакой пощады. Если ты был непослушным... Ну, непослушным, а не непослушными. Здесь опечатка. Они найдут тебя, где бы ты ни был. Да, ошибок тут много есть, конечно. Ой, это чё? Здесь ловушки. В 222 зоне. Надо быть осторожным. Так, ну давайте в 223 попробуем сходить. Или здесь ничего особенного нету. Так, эй, мне надо опять взять фонарик. Да нет, здесь опять... тюрьмы. И ни хрена нету. Значит, надо идти в ловушки. Ну что, сейчас главное осторожно. Так. Так. Прыгаем. Приседаем. И бежим. Так. Ну, через ловушки мы легко прошли. 220-е, 221-е. Давай. Так, что у нас тут в 221? 221 у нас ни хрена нету. Даже если я вытащу фонарик, я вижу, что я прав. Значит, идем в 220. А вот там уже проход в другую зону. Так, возьмем. О! Здесь дверь снесли в этом месте. Зайду в комнату. Так, а в комнате ничего особенного. 219-я зона. Так. Ой, что это? А, это просто какой-то механизм. Так. Странный какой-то механизмус. Типа такой необычный источник освещения. Так. Ну, хоть здесь нету ни Крампуса, ни эльфа, ни щелкунчиков с этими, как его, с клоунами я не вижу. Мне кажется, тут кто-то еще за мной все равно охотиться будет. Обязательно какая-нибудь тварь еще найдется, которая будет мне мешать. А может быть, сюда каким-то образом придут Крампус с эльфом. Так. Ой! Вот кто! Я разбудил какую-то тварь. Ну, давайте скримером полюбуемся, как она меня грохнет. Это дракон! Я понял. Это дракон. Ну, скример не особо страшный, надо сказать. Я вообще привык к местным скримерам уже. Здесь страшные не скримеры, а атмосфера. А скримеры здесь такие себе. Пару раз испугался и все. Так, все. В эту комнату пока не заходим. Там дракон. А, дверь закрыта. А, стоп, я ж... Нет, стоять. Я ж сюда как раз пришел из этой двери. А, нет, не из этой двери. 218. Нет, я 619. Я вон откуда пришел. Так, значит, мне все равно придется идти к дракону. Самое главное, мимо этого дракона как-то проскочить. Фух. Так. Там дракон вроде все еще спит. Нет. Здесь
нету понятия такого, спит он или бодрствует. Короче, когда дракон приближается, вот эти вот звуки тут есть. Звенящие. Да. Но мне все равно надо как-то миновать этого дракона. Дракон. Вот как мне пройти через дракона? Может, он чего-то боится? Я не знаю. Эй, дракон. Почему он стоит? Это странно. Так, сейчас быстро побежим. Все. Так, дракон идет за нами. А мы от него убегаем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ка-ну-ка-ну-ка, быстро в эту комнатку. И закрываем дверь. Ну, я так понимаю, запертая дверь для него не преграда. А может и преграда. Потому что он все никак не может сюда попасть. Никак не открывает дверь. Значит, идем. Так, дверь тоже закроем. На всякий случай. Вода. А зачем она мне здесь? Здесь вроде нет никаких тварей, которые боятся воды. Или сейчас эльф появится. А может, драконы боятся воды? Да ни хрена они воды не боятся. Зачем тогда здесь раковина была? Чтобы подзаряжать водяной пистолет, я этого не понимаю. Да, но надо мне как-то все-таки. Надо мне все равно как-то пробраться через этих драконов. Это единственный путь. Так. Дракоша. Иди сюда. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Неожиданно было. Просто в тот раз он за мной не полез, а в этот раз полез. Блин, вот зараза. Это капец какой-то. Да, это, наверное, с драконами будет даже посложнее, чем с эльфом и Крампусом. Это, наверное, одна из самых труднопроходимых зон в игре. Про себя я, короче, отметил, какие труднопроходимые зоны. Первая труднопроходимая для меня зона — это там, где надо до 2 часов ночи выжить. Вот это первая труднопроходимая. Вторая — это, пожалуй, ну не знаю, она вообще-то, собственно, не такая уж и труднопроходимая. Это там, где надо вот через этих клоунов прыгать. Прыгать вот по всяким платформам, и там, где клоуны вот эти вот ездят. Вот это вот тоже немного сложная достаточно зона, но вполне проходимая. Я просто, у меня какие планы, почему я так делаю? Я хочу, короче, когда я пройду эту игру, устроить для себя, так сказать, испытание. Пройти эту игру на экстриме, то есть без этих, как его, без контрольных точек. То есть ты проиграл, начинаешь всю игру заново. И кроме того, еще и на сложном уровне сложности, на максимальном. Это, думаю, будет круто. Только я это буду делать на стриме. Потому что в ролике в одном это неинтересно. Делать я это на стриме буду. Ну и короче. Дальше. Следующее труднопроходимое место для меня — это... Этот, как его... Вот. В предыдущем ролике, который я проходил с эльфом и Крампусом. Но оно, собственно, не такое уж труднопроходимое. Главное все делать быстро. Тогда ты успеешь добраться до лифта. А вот сейчас самое труднопроходимое — это вот. С драконами. Так, ну все. Открываем дверь и текаем.
Дракон, иди сюда. Бежим, бежим. Так. Он не лезет в комнату. Ай! Лезет, лезет, лезет. Это я зря сказал. Так. Надо бегать через этих драконов. Ай-яй-яй, дракон! Блин. Ой-ой-ой, дракон за мной гонится. Беж, беги. Ай-яй-яй-яй! Дракон, дракон. Сколько же здесь драконов? Блин. Дверь была на замке, и на меня набросился дракон. Блин, как драконов-то проходить, я даже не знаю. Ну ладно, попробую сейчас еще раз это место с драконами пройти. Мне кажется, должно получиться. Так. Ладно. Итак, работаем по старой схеме. Я выяснил. Короче. Эти драконы, для них, короче, реально закрыты двери. Это этот, как его. Это преграда. Драконов закрытые двери, это преграда. Так, вон он там сидит, дракон этот. Ну, короче, я имею в виду такие двери, которые решетчатые. А обычные двери они могут открыть. Это просто что тогда было. Он не видел, что он... Я заскочил в эту комнату. И дверь я закрыл, и он поэтому остался тут. Не лазил он туда за мной почему-то. Так. Сейчас я его выманиваю. Эй. О, все, лезет. Так, быстро, быстро. Линяем. Так, сейчас я знаю, что надо делать. Заманиваю его сюда. Дракончик. Ты там где? Ой-ой-ой, бри-бри-бри-бри. Бежим, 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 текаем. Так, вон он. Залез сюда. Ай, ну ты зараза. Блин, я прямо к нему навстречу рванул. Балбес я. Что? Ну хорошо, сейчас попробуем еще раз. Только на этот раз я подготовлюсь заранее. Так, открываю дверь. Вон та дверь уже на замке. Все, открыть ее нельзя. Да, эта дверь уже закрыта. Ну хорошо, сейчас попробуем запереть этого дракона в клетку, так сказать. Текаем. Текаем. Так. Чё он за мной не лезет? Блин! Бежим, 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 бежим. Быстро. Дверь закрываем нахрен. Так. Все, сейчас он не должен войти.
Да. Все, он не заходит сюда. Сейчас надо разобраться с остальными. Так. Ой-ой, он меня спалил. Так, нам сначала туда. Потом, я так понимаю, вот сюда. Ай, я балбес. Знаю же прекрасно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Беги. Ах ты, зараза, блин. Блин. Ну вот. Он устал и дальше не бежит. Ну, блин. Ну, неудобно так играть. Что у него заканчивается этот, как его, энергия. В Момо, например, можно бегать постоянно. Как я тогда сделал? Тогда просто взял... Так, дракончик. Иди сюда. Ай! Чмырь. А, вот зараза ты, блин. О. Короче, как потаскать Момо? Взял и бегай сколько хочешь. А тут... А тут бег ограничен. Не побегаешь. Давай, драконище, иди сюда. Сюда, давай, иди. Чё с ним? Кстати, я видел такую фишку, что типа... У кого-то я смотрел прохождение этой игры, и он дракону забагал. Этот он тоже забагался, по-моему. Мне кажется, сейчас стоит мне подойти поближе, он разбагается. Да нет. Так. Смотри-ка, он забагался. Круто. О. Спасибо багу. Полезный баг. Все. Так, теперь самое главное, туда не лезть. Идем. Вон туда. А, я балбес. Здесь же этот. Так, понятно. Дракон не нападает, пока он меня не видит. Вот тут вот, то есть, можно отдышаться. Где проход? Нужно найти проход. Так, дракон, ползи сюда. Дракон. Или он просто забагался? Нет. Бежим отсюда нафиг. Так. Так куда идти-то? Дракон. Туда, я так понимаю, скорее всего. А, вот сюда нужно. А здесь у нас тоже дракончик. О! Давай, беги, 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 блин! Беги!
Все. Ай! Зараза, блин, надо было прыгать. Или бежать. Блин, я почти прошел эту локацию с драконами. Да, а не так уж и сложно, оказывается, ее пройти. Но теперь я хотя бы знаю, куда идти надо. Теперь я хотя бы знаю, что надо делать. Так. Там у нас первый дракон. Давай, иди сюда. Он опять забагался. Да. Теперь я знаю, как забагать дракона. По крайней мере, этого. Так. Окей. Вот так. Вот так. Ой. Ну, блин. Блин. Я устал. Короче, мне надо... мне надо как-то изловчиться и отдохнуть. Умудряться. Ну, хорошо. Значит, надо как-то изловчаться и отдыхать успевать еще. Так. Тикаем. Ждем дракона. Стоим вот здесь. Дракон. Ай, блин. Разбагался. Зараза. Так, сейчас этот чмырь... может к нам залезть. Но он не залезает. Ай, все-таки залез. Ох. Надоели уже эти драконы. Я не знаю, когда я наконец это место пройду. Да, и почему я не ставлю на паузу? Я ведь обычно, когда пытаюсь какое-то место пройти, я на паузу ставлю. Если одно место не могу пройти долго, ну потому что серьезно. Мне интересно просто смотреть, как я пытаюсь пройти одно и то же место. Но это место, наверное, быстрое, поэтому я пытаюсь все-таки его пройти. А, он и дракон. Тикаем. Ждем дракона. О, а че он не забагался? Ладно. Побежали. Скорей сюда. И дверь закрываем. Так, ну все, пошли. Так. Идем сначала обычным шагом. А теперь бегом. Так, заводим его вот в эту комнатку. Вон он. Теперь пускай идет сюда. Так, теперь быстро текаем. Выпускаем этого дракона. Блин. Ай! Ну, немного не хватило. Пипец. Ну, это пипец какой-то.
Вот чертова локация. Короче, я решил ставить на паузу то место, где я прохожу первого дракона. И начинать теперь уже вот с этого места. Так. Аккуратно. Так, вот первый дракон. Бежим сначала сюда. Здесь мы отдыхаем. Значит, я прав. Дракон не атакует, пока он меня видит. Тут, пока он меня не видит. Иди сюда, дракон. Ага, пошел. Так, быстро текаем, 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 текаем. Пускай. Вот у нас вылез другой дракончик. А теперь сюда. Что за... Как? Я же перепрыгнул. Вот дерьмо. Так, ну ладно. Двигаемся. Ран, 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 ран. Бежим, бежим, бежим. И за бочки. Так, немножечко отдыхаем. Выманиваем дракона. Ага, он лезет сюда. А мы текаем. Ай. Отстаньте от меня. Скорее. Ура! Наконец-то. Все. Прошел я это место. Закрываю дверь. Короче. Все. В общем, я вот через это место с двумя ловушками вот этими прошел. Дальше была вот эта дверь. Я, как вы видите, я ее открыл. И попал сюда. Все. То место я наконец-то с драконами прошел. Так. Иду дальше. Давайте-ка я возьму фонарик. А то темно больно. Сейчас, может, еще драконы будут. Трубы. Так. Там у нас что-нибудь есть? Нет, закрыто. Так. Открыли. Ой! Тут он сразу все. И олень, и эльф, и щелкунчики, и крампус. Капец. А я еще говорил, что то место с драконами самое труднопроходимое. Вот какое самое труднопроходимое-то. Так, другого способа нет, я должен идти по этому пути. Это капец. Дверь закрыта, значит, идем. Фонарик у нас сел. Заряжаем его. Так. А, тут трубы, значит, нужно идти туда. Так, ну я думаю, наверное, здесь тоже где-нибудь драконы водятся. Дракон. Так, а чё музыка не играет? Так, я понял, надо этого дракона запереть. Так. Посиди пока здесь, дракон. А мне, я так понимаю, надо исследовать вот эту зону.
Это опять тюрьма. Никого я пока спасти не могу. Давайте я уберу фонарик. Тут и без него вроде все прекрасно видно. Ну, почти. Ну или почти видно. Драконы мне теперь точно не помешают, зато помешают все остальные. Так. Драконов нет. И никого другого нет. Никого. Нужно быть осторожным. Тут теперь он... Все твари за мной охотятся, кто тут есть. Это ж вообще жесть полная. Эй, кто меня тут зовет? Ты? Come here. Иди сюда. Подойди к парню. Так. Кто ты? На данный момент это не имеет никакого значения. Кто ты? Я видел, как они проходили. Тебе нужно деактивировать эту машину. Это единственный способ для тебя покинуть это место. Понятно. А какую машину? Где она находится? А как же ты? Я спрашиваю. Эта машина контролирует все двери и ворота клетки в этом месте. Если ты деактивируешь ее, тогда у нас всех будет шанс сбежать. А, понятно. То есть я сам сбегу и вас всех освобожу. А уж... Так, хорошо, я сделаю все возможное. Так, а что он скажет? И прежде чем ты уйдешь, я хочу сказать, будь очень осторожным с Крампусом, он не разрешит тебе так легко уйти. Но это я без тебя понял, чувак. Понял, говорю. Смотрим. Ну хорошо, просто уходи, пока они тебя не увидели. Деактивировать машину. Это единственный способ. Так, цель деактивировать машину и сбежать через область 200. То есть я должен искать машину эту. Да, вот только как бы еще пройти и остаться при этом незамеченным. Пока никого не вижу. Из врагов. Так, а здесь? Ну, так неинтересно. Здесь ни хрена нет. А эта дверь закрыта. Так, ну пока все спокойненько. А все? Блин. То есть мне назад надо идти? А, нет, не назад. Тут же есть дверь в область. 208. По-моему, в области 200 как раз находится машина. Вот мне кажется, сейчас там-то они все и будут тусоваться. Вот стопудово. Да, кстати, странно, могли бы, может, и моего персонажа озвучить. А то этих-то вон озвучили, всех остальных, кто тут был. То есть парня вот этого, девушку тут странную, родителей моих. А меня самого не озвучили. Странно, да? Эй. Так, что у нас тут? Здесь у нас заперто. Ну, как я, в принципе, и ожидал. Здесь ой-ой-ой, дракон! Только я, блин, говорил, что они меня не побеспокоят больше. Ага, сейчас, блин. Хрена с два тебе, Кирюша. Твою дивизию, это тупик. Так. Ай, ну ты, блин, я прямо к дракону в пасть прошелся. Я думал, он с той стороны пролезет. А он наоборот. Так, ну я думаю, теперь все равно чекпоинт я прошел. Следующая контрольная точка должна быть, наверное, вот там, где я с тем парнем поговорил. Или нет? Да, вон, деактивировать машину, сбежать через область 200. Так, а здесь может что-то полезное появиться? Да, о, батарейки. Так я и знал. Просто в тот раз мне не повезло. Зато повезло в этот раз. Стоять. Мне показалось, или там был эльф? Да не было там никакого эльфа. Показалось мне. Так, сейчас знаем, что там наверху дракон. Осторожно. Вон он сидит. Давай иди сюда, дракончик.
Сейчас мы через тебя проскочим. Ай, блин, почему я решетку не закрыл? Ай, блин, блин, блин. Вот чертов дракон. Отстань от меня, змеюка. Так, мне кажется, мне надо его выманить отсюда. И запереть там нафиг. Так, отдыхаю. Отдыхаем, отдыхаем, отдыхаем и идем. Я знаю, что надо делать. Надо его заманить подальше. Отсюда. Дракончик. Давай сюда. Давай, 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 давай. Иди сюда. Иди сюда, дракон. Иди, иди. Иди. Давай сюда, иди. Эй, дракон. Так, бежим, 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 бежим. Бежим. Ран. Ой. Это не есть хорошо. Решетку закрывай. Фу. Успел. Все, дракон. О! Этот гад умеет решетку открывать. Блин. Я смотрел в прохождении, что он не открывает решетку. Вот гад, блин. Да я поиграл. Ну ладно. О, эта дверь открылась. Я хотел посмотреть еще, открывается ли вон та дверь. А где мой фонарик? Почему я его в руке не держу? Ай. Не та клавиша. О. Так. Ага, эта дверь закрыта. Ну хорошо. Погнали тогда вот сюда. 203, 202, 204. Скорее всего, мне надо в 202 идти. Да, и вон там 201. Так, это у нас на замке. Это тоже. Да, так я и знал. Надо идти в 202. 201. А, так машина находится в зоне 201. Странно, почему же я тогда никого не вижу? Так, это должно быть та машина, про которую мне говорили. Да, вон и музыка поменялась. Такая 8-битная. Ой. А, вон там клоуны, значит, ездят. Понятно. То есть сейчас мне будут клоуны мешать. Что интересно, я никого больше не встретил на своем пути. Ни Крампуса я не встретил, ни эльфа, ни оленя, ни щелкунчиков. А может, они потом будут? Так, а что это тут? А, это я понял. Надо здесь либо приседать, либо подпрыгивать, либо оставаться на месте, чтобы через это вот пройти. А иначе меня убьет вот этой машиной. Ну, понятно. Так, ладно, эту область мы будем проходить в следующий раз, а на этом, пожалуй, хватит. До скорой встречи.